Пятый международный культурный форум начнется уже завтра, 1 декабря. В мюзик-холле к этому событию подготовили премьеру мюзикл «Алиса в стране чудес». Первыми зрителями сказки стали журналисты. Им показали пролог и сцену безумного чаепития у кролика. Пока под фонограмму и с пустой оркестровой ямой. Но на премьере обещан и настоящий оркестр, и живой звук. Костюмы для мюзикла – дело рук петербургского дизайнера Алины Герман. Она шьет наряды для Голливуда, участвует в показах в Нью-Йорке и Париже. Теперь создала запоминающие образы главных героев – Шляпника и Алисы. А вот чеширского кота изображать создателям не пришлось. С этой ролью прекрасно справляется настоящий пушистый артист по кличке Тони. Его 1 декабря зрители увидят на сцене одним из первых.